Ребят, всем привет! Вы на канале Папа Фан 2 Машинки. И вот Line Pricing 2, и опять у нас ивентик Луна. Так, единственное, что смотрите, легендарный сундук в новый вид на луноходик. Ребят, смотрите, зелененький какой-то. Прикольненький, в принципе, внешний вид. У новичков наверняка еще есть персонаж в награду. Так что, ребят, пишите в комментариях, у кого есть персонаж в награду. У меня только светится вот краска. А луноход, соответственно. Ну что, давайте, наверное, с нее и начнем. И продолжим мы с вами, знаете что, с командного... И продолжим командное событие проходить, ребят. У нас соперники очень серьезные. Отстаем мы от них, грубо говоря, на 500 очков. Да, ребят, на 500 очков. Но даже на 499 баллов, наверное, отстаем от них. Так. Седьмая позиция. Угу. И попробую тоже вылезти в топ. Что у нас тут по новостям? Угу. Ивент Луна у нас запустился. Да, вот персонаж, кстати, вот это у вас должен быть в награду, еще должен светиться. У меня уже он вроде как коллекции тоже должен быть. Так, здесь в чем основная суть? Вроде как нужно как можно больше монет там накрутить в этом ивентике. Сейчас проверим. Так, поставим сразу скафандр. А, ребят, вот чувачок, скафандр. Допустим, все хорошо. И так, что дает сцепление? Надо прибавить, ребят. Вообще здесь в этом ивентик, наверное, лучше брать баги для песка, если я не ошибаюсь, ребят. Если я не ошибаюсь, что здесь нужно максимально много монет набрать. Так, ладно, поехали, давайте не будем тормозить. 3 минуты дается на один билетик. Ребята, да. Здесь как можно больше монет нужно будет накрутить. Слушайте, ну это серьезно. Так, отчет у нас прям быстро так заканчивается. Ребят, у нас прям заканчивается быстро. Топливо заканчивается, да. Так, хорошо. Я понял. Что можно взять? В принципе, можно взять супербайк. Но я лучше для уверенности возьму все-таки... Баги для песка. Что у нас там стоят? Какие детали? Крутилка. Давайте сейчас магнит надо поставить, да? Крутилку. Зимние шины, чтобы зацеп был. И магнитика. Усиленный турбо уберем. В принципе, нам здесь мощности особо не надо. Поэтому давайте сейчас. Сейчас, ребят. Погоняем без усиленного турбо. Нам же здесь... Ах ты ж, ё-моё-то. Что происходит? Так, наверху там топливо, я помню. А, еще крылышки бы нам поставить. В принципе, может и зимние шины нам тоже даже не нужны. Нам, наверное, лучше крылышки с вами поставить, ребята. Ё-моё-то. Да капец! Как туда заехать? Пока я тут кручусь, верчусь, уже... заканчивается топливо. Все. О май гад. Так, крылышки, говоришь, да? За место чего тогда? За место крутилок давай крылышки поставим тогда. Магнитик. Давайте за место вот этой штуки крылышки туда отцепим. Максимально сможем прокачать. Нет, ребят, 13 уровень. Деньги с каждым днем все меньше и меньше у меня остаются, ребят. Все меньше и меньше денег остается. Блин, поторопился. Слушай, а чё он не крутит-то так? Бодренько не крутит совсем. Ну-ка, повтор. А, у нас времени совсем нет. А, ребята, зацеп. Все, короче, ладно, первый билетик у нас провален. Допустим, зацеп, если уберем и поставим замес зацепа крутилку. В принципе, у нас вроде как... У нас вроде как зацепом не должно быть проблем на баге для песка. Ладно, давайте до финиша доезжаем, ребят. Потому что уже сам по себе этот билетик я уже слил, можно сказать. Вообще, в этом ивентике, я помню, даже
реально участвовал на супербайке. Блин, не долетел. Зрилет не долетел немножко. Ладно, давайте посмотрим. Всего 4 балла получили. Допрыгался, как говорится. Так, хорошо, все. Оставляем, в принципе, вот такие детали. В принципе, оставляем такие детали. Начинаем зарабатывать монетки. Ё-моё, вы видели там, сколько у нас было? Короче, что-то опять намудрил. А наверх я уже обратно не заеду теперь, наверное. Ребят, намудрил, надо было. Блин, если честно, я не знал, кто там нас ждет впереди. Вообще, наверное, с самого начала нужно сначала. Как запустили. Наверное, чисто пробежаться по трассе, посмотреть, где что творится, ребят. Уже прощупать, как говорится, почку, да? Потом уже начинать финты делать. Короче, зарабатывать монетки. ...1068 монеток. И времени, кстати, 30 секунд осталось. Блин, ну, если бы те монетки еще подобрал. Там еще у нас топливо я нечаянно сразу забрал. Было бы, в принципе, все отлично. Но, к сожалению... Все пошло не так, как я хотел. Ладно, сейчас тогда с вами третий билетик потратим грамотно. Сначала я пробегусь по трассе. Добежимся по трассе, посмотрим, где что, какие загвоздки, ребята. Будем сейчас нормально, короче, работать. Так, сколько у нас в итоге? Седьмая позиция, 9 очков у нас сохраняется, ребят. Ага, знакомая трасса, блин, ребята, хотя, нет, не то, о чем я подумал, ладно, так, смотрите, сейчас, я же хотел сначала просто чисто по трассе прокатиться, ребят, проверить, что вообще здесь, какие тут проблемы нас могут ожидать, давай, сейчас чисто прогоним. Усиленная турбо здесь бы тоже, наверное, нам не помешала. Она бы нам помогала делать финты проще. В принципе, есть где заработать. 780 монеток пока собрали. Но можно намного больше накрутить. Так, сейчас этим вопросом мы с вами попробуем заняться. Ё-моё, да. К сожалению, опять небольшая у нас ошибка получилась. 720, ребят, блин, на этот раз даже не хуже у нас получилось в итоге. Так, дожидаемся. Ребят, в принципе, у нас еще один билетик последний есть.
Хотя мы можем не ждать, а заглянуть с вами в командные события. Так, сколько игроков? 5 игроков онлайн. Так, ребята, прям тут такая серьезная конкуренция идет. Наши ребята потихонечку догоняют. Отрыв был намного больше. Так. Ладно, поехали. Я здесь хотел что взять-то? Ага, здесь луноходик оставляем. Не очень, ребят. Скажу честно. Хотя, подождите. Ну, довольно-таки неплохо. На 26 метров, на 27 метров хуже, чем предыдущий мой рекордик. Так, здесь тоже оставляем этого игрока с мячом. Единственное, что нам бы не перелететь мяч, а то я как-то помню под самый уже конец, где нужно гол забивать, я просто тупо перелетел этот мяч. Было очень обидно, ребят. Вот здесь вот взял и проскочил. 7500 очков получили. Так, итоговый пока 12. Так, монеты за трюки. Вот здесь нужно как можно больше монет нам накрутить. Как можно больше монет. А у меня стоит настроечки под луну, ребят. Блин, зацепы нет. Крылышки стоят у нас же. Я ж только что поменял настройки, ребят, на баги для песка. Она у нас настройка стоит под локацией луна. Блинский. Ладно. Зимние шины бы здесь, конечно, пригодились. Не посмотрел, ребят, не посмотрел, ё-моё. Ладно, сейчас будем пробовать тогда так. Зато тут у нас магнитик стоит. Магнитик нам особо не нужен был. Ё-моё, нам бы больше пригодился, конечно. Нам бы больше, конечно, пригодился зацеп. Зимние шины. Так, погнали, сейчас топливо возьмем. И немножко покрутим монеток. Здесь вообще опасно, ребят. Ой, блин. Ё-моё, ну-ка назад, максимально далеко сейчас. Что-то прям, ребят, очень опасно. Зацепа нет, кошмар. Так, финт не засчитали. Ладно. Все, ребят, все, на финиш надо. 5500, 17600 пока. И момент истины, если сейчас нормально я проеду. Проеду, если нормально. Достойно, если проеду. Все будет у нас замечательно. Но формула такая штука, то я и могу и на ней разбиться могу. Нет, ребят, не получилось нам улучшить свой предыдущий рекорд. Так, давайте добьем с вами билетик последний на локации Луна. Посмотрим, что там вообще у нас. Седьмая позиция, опять-таки, 9 очков у нас сохраняется. Так. Ладно, поехали. Баллов, ребят, в принципе, оставляем, потому что 50 секунд остается. Немножко нам не хватило, конечно, до первого места. Ну да ладно. Так, здесь сундук открываем.
И, соответственно, берем еще один билетик, ребят, и тратим мы его командным событием. Алкухивис, ребятушки, он прям на моноцикле здесь пролетает. Наверное, правильно делает, не знаю. Так. На этот раз я намного быстрее лечу, кстати. Возможно, новенький рекордик у нас будет. Бабах, ничего себе. 6676 баллов получаю в итоге. Так, здесь тоже оставляем. Оставляем нашего персонажа. Лишь бы сейчас не профукать, ребят. Лишь бы не профукать. Значит, будет очень обидно. Так, 7500. 14 пока. И с этим сейчас перенастроим немножко нашу тачку. Здесь нужны вот эти детали, потому что монетки я, в принципе, и так соберу. Там главное зацеп. Так. Так, ребят, 5400, 19800 пока что, почти 20 тысяч. Сейчас попробуем тысяч на 5 хотя бы вытянуть. Так, на 6140 итоговый почти 26 тысяч, ребят, у нас. И это вторая позиция, друзья мои. Отстаю от нашего диджей Мина. Отстаем на 400 баллов буквально, ребят. Что неплохой результат, я вам скажу. Второй позиции пока. Так, остается на сколько до конца? Остается, ребят, один день, 4 часа. Видите, у нас уже очки теперь стало 2026 баллов. Было 900 там с чем-то. 1992 вроде. То есть у соперников уменьшилось, а у нас прибавило за счет моего выброса в верхнюю позицию. Ребят, второе место пока занимаю, да? Угу. В принципе, можно и больше набрать. А с диджей Мина вроде... Так. Еще бы наши ребята подтянулись, а то ведь сидят там, что-то ничего не делают некоторые. Ребята, смотрите. Нижняя строчка. Вот этот Лимон Лавьер. Вообще, он вообще даже
Ни разу туда не заглядывал, ребят, представляете? То есть... То есть, ребят, я не знаю, что он делает. Вообще нисколько не заработал. Зачем он нам в команде вообще нужен, я не понимаю. Ладно, пусть пока будет, бог с ним. Но место занимает просто так, если честно. Так, ну что, наверное, все. Ивентик. Посмотрим. Если захочу, то продолжу. Если не захочу, ребят, то не буду дальше продолжать. Так, вторая позиция у нас сохраняется все-таки. 9 очков забираем, ребят. И на этом все. На этом все. Подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик. Добавляйтесь в друзья, кстати. Ссылка в описании. Кидайте свои вызовы. Хотя после командных событий уже и вызовы особо-то и не актуальны стали. Почему-то. Почему-то. Потому что все... Хотя в командных событиях там же билеты не бесконечные. 2 билета потратил и 4 часа приходится ждать. Или 3 часа. Так, ну-ка. Сейчас остается до выполнения билетиков. Так, так, так. Хотя нет, здесь система работает по-другому, ребят. Вот смотрите, я потратил недавно 2 билетика, да? И остается еще час. То есть каждые 3 или 4 часа у нас обновляется. В этом промежутке нужно обязательно тратить билеты. Они просто так не пропадали. Ладно, ребят, все. Подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.